Всем привет, меня зовут Данил. Я студент одного из топовых вузов России. Я занимаюсь сам физикой, и недавно мне истинно понравилось изучать английский язык. Что тебе в Лондоне больше всего понравилось? В Лондоне мне больше всего понравился, конечно, Тауэрский мост. Это так вообще уникальная конструкция. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. А в поездке в самой? В самой поездке мне, конечно же, понравились люди. Когда ты общаешься с иностранцами, неважно с какими. На каком языке? Конечно, на английском. Когда ты с ними общаешься, просто, не знаю, у меня вызывает это только чувство единственной радости за себя и вообще, что я это могу осознать. Вот именно, что другой человек, который живет в другой стране, и ты его понимаешь, все его мысли, чувства, что он говорит, это как прийти на другую планету и понять, что говорят местные жители. Тебе понравилась поездка? Да, мне очень она понравилась. Она была очень насыщенная. Мы каждый день постоянно куда-то ходили, ездили, увидели очень много достопримечательностей, познакомились с кучей народу, живущих именно в Лондоне. Я, кстати, сейчас прямо в Лондоне, и просто меня переполняют эмоции. А вы общались вы на каком языке между собой? Только на английском, естественно. Так что, если вы еще сомневаетесь, это просто уникальная поездка.